Вот, но стало намного лучше и чище, чем все видеть эти отражения. Прекрасно, проверяем. И потом я, смотрите, я посмотрю. Полы хорошо у меня видно. Все четко. Так, тут-то что-то у меня не то. Я немножко тут вылезла. Так, дайте-ка, давайте попробуем исправить. Но это, наверное, уже не получится исправить. А если мы сделаем вот так reset? Так, reset, отлично. Reset у нас все вернул на свои места. То есть, если что-то запороли, можно нажать вот эту кнопочку reset. Ну, тогда смотрите, если вы что-то тут уже настроили, сделали, то тогда оно все почистится. Давайте сделаем сначала. Значит, кастом. Ну, мы сделали. Ну, можно кастом оставить. Разницы нету, мне кажется. Давайте попробуем. Так, да, разницы нету. Закрашивает прекрасно. Ну, мне понравилось, что я прям, ой, закрасила. Вот смотрите, видите, я на край вылезла, да? Вот я на край вылезла. Есть еще один способ убирать это. Вот видите, плюсик в серединке кружочка плюсик стоит. Если нажать на кнопочку Option, получается минус. Видите? И щеточка, вот она большая, маленькая, как хотите делать. И опять же пальчиком ее на мышке. И вот смотрите, минус, значит, она будет вытирать. Все, чисто вытерли. Только пальчик отпустили, уже плюс. Так что аккуратно. Все, закрашиваем, значит, черный цвет телевизор. И быстренько переходим. Так, еще разок. Так, погодите, сейчас я хочу его немножечко придвинуть поближе, потому что это же, вы знаете, у меня не сработает, если на этом солнышке стоит. Так, еще разок. Так, все, тут Explorer, Black, White, все, черное-белое поставили. Смотрите, как хорошо работает. В другой раз я вам покажу другую технику, как это делать. Ай! На край залазил и все. Так, нажимаем Option, вытираем. Option убираем. Все, у нас закрашивается прекрасно. Так, аккуратненько закрасили. Все прекрасно. С этой стороны. Опять же, я могу нажать здесь, Shift. Внизу аккуратненько поставила щеточку, все закрасила. Прекрасно, все замечательно. Сейчас еще сделаю щеточку прямахонькую. Здесь Shift. Так, еще разок поближе. Отлично. И с этой стороны. Ага, хорошо. Так, еще раз я хочу сделаем вот здесь вот нажимаем New. Все у нас это самое перезагрузилось. Делаем щеточку побольше. И все, почти мы закончили. Даже если немножечко там просвечивается вот окошко, я вижу, можно даже так оставить, почему бы нет, да? Так, сейчас. Все, теперь я довольна. Все-таки. Ой, да, все, хорошо. Убираем солнышко. Теперь смотрим на картинку. Все, меня картинка все устраивает. Также, если вдруг вам кажется, что здесь слишком темно, но я хочу так оставить. Но если вдруг, опять же, нажимаем на солнышко. И делаем, вот видите, кастом, только здесь делаем lighten. Вот смотрите сюда. Вот, Dutch lighten. Так, нажимаем здесь. Или можно, знаете, что сделать? Exposure. Exposure это тоже как бы засветление. Вот exposure. Вообще-то я exposure всегда использую. Вот смотрите, даже тут exposure есть, оно уже автоматом приподнялось тут на клеточку. И чтобы потолок получился ровненький, желательно делать щеточку побольше. И вот смотрите, какой потолок у нас почище, побелее стал, да? Ну, я не хочу, потому что мне тогда надо будет.
В принципе, я могу минус нажать вот здесь и убрать, что здесь у меня залезло. Да, получается так даже очень хорошо. Ну, наверное, я так и оставлю потолок. Немножко засветлили. Все, прекрасно. Очень хорошо. Можно даже, знаете, что еще засветлить? Здесь немножко полы. Здесь вот. Так. Только тут, в уголке. Вот опять Option нажимаю. Чуть поменьше. И здесь вот я убираю эту яркость. Из паласа тоже. Все хорошо. Так, отлично. Еще раз Option. И здесь немножко убрали. Теперь я довольна. Все, фотография готова.